Казанский университет посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Все подробности далее. Встреча началась с экскурсии по Казанскому университету. Гости посетили музей истории, императорский зал и Ленинскую аудиторию. Участие принял ректор Ильшат Гафуров. Затем были обсуждены предложения по направлениям сотрудничества Казанского университета с Казанской епархией Русской православной церкви и Казанской православной духовной семинарией. Основной задачей перед нами, которую ставило государство и подкреплялось государственным заданием, всегда было это наука и образование. Мы много говорим о воспитании подрастающего поколения, да? И у нас, хотя в функцию нашу входит как таковой, но никто этот параметр до последнего времени не мерил. Так речь велась о духовно-нравственном воспитании студентов, совместном издании тематических пособий, ведении профориентационной работы, организации практик. Также обсудили проведение мероприятий в научно-образовательном центре теологии Казанского университета. Несколько лет назад мы начали говорить о возрождении наших старых традиций. И здесь владыка нам, Феофан, очень сильно помог. И возродилась, по сути, кафедра теологии, и резко вырос контингент обучающихся, да, и у нас кафедра регионоведения была. Кроме того, на встрече обсудили и совместную общественную и медийно-просветительскую деятельность. Митрополит Кирилл поддержал предложенные идеи и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Диана Шленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.